Аномальная жара. Что ждет человечество в ближайшие 10 лет? Помимо антропогенного фактора, который вот мы, человечество может на него влиять, есть также естественный фактор, на который влиять, в общем-то, человечество в настоящее время не может, но мы можем адаптироваться. Что такое нанотрубки и как ученым из Казанского университета удалось снизить их стоимость? Вот мы разработали совершенно новый материал, который можно использовать в колоночной хроматографии, и стоимость нашего вот этого материала, но она будет как минимум в 10 раз, а может быть и в 50 раз более низкой, чем стоимость вот этого комического полиполисахарида. Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Елизавета Никитина. Сегодня в стенах Казанского университета глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигуллин вручил орден имени Шагабуддина Марджани III степени ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Климат этим летом явно понервничал. Аномальная жара, следом штормы, ливни, наводнения и так по кругу. Эксперт утверждает, что это ненормальное явление для Земли. С чем связаны периоды аномальной жары и что ждет человечество в ближайшие 10 лет? Нервозность климата. Так называют нынешнее явление в природе эксперт Казанского университета. Это и засухи, и изменение режима осадков, то есть месячная норма осадков может выпасть за один день. Также растет и концентрация парниковых газов. Помимо антропогенного фактора, который вот мы, человечество может на него влиять, есть также естественный фактор, на который влиять, в общем-то, человечество в настоящее время не может, но мы можем адаптироваться. И говоря о глобальном потеплении климата, нельзя говорить только в негативном ключе. Для нашей страны есть несомненные и плюсы. Например, в России увеличивается период, когда не нужно отапливать помещение, но тут же есть и негативные последствия. Растут траты на кондиционирование. Возвращаясь к проблеме выброса парниковых газов, стоит отметить, что сейчас эксперты работают над минимизацией их количества. Повсеместно сейчас вводятся зеленые технологии. Это действительно выход. Кроме того, энергетика нашей страны во многом не альтернативная, и сейчас существует стратегия, в общем, переоборудования энергетического сектора и все больше введения альтернативной энергетики. Тот же проект карбоновых полигонов, который реализуется Казанским федеральным университетом, направлен в том числе и на выявление потенциала ветроэнергетики и гелиоэнергетики для нашей республики. Действительно, за последние 10 лет на Земле ускоряются темпы потепления климата, поэтому существует Парижское соглашение, которое направлено на сдерживание темпов потепления. В соглашении фигурирует значение в 1,5 градуса, которое важно не преодолеть к 2100 году. Но так или иначе, ближайшая декада ожидается в пределах климатической нормы, и предстоящие 10 суток по средним показателям обещают быть с температурой около +21 градуса. Энджи Минибаева, Фарид Захитоглы, Универньюз. В Доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехим Инвест Холдинг». Повел его президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В конце прошлого года Казанский университет выиграл 2 мегагранта на проведение исследований в области биомедицины. Все подробности далее. Оба исследования будут связаны с изучением работы генов человека. Так, один из грантов, которым будет руководить японский исследователь Йошихиде Хаяшизаки, посвящен изучению скелетных и сердечных мышц. Данный проект будет реализовываться на базе совместной лаборатории Казанского университета и Японского института Рейкен. Будет изучено, почему скелетные мышцы и сердечные мышцы отличаются друг от друга, почему сердечная мышца, скажем так, подвержена ишемическим атакам.
Второй грант посвящен изучению, развитию и предотвращению опухолевых заболеваний. Руководить проектом будет швейцарский ученый Симон Ханс Уве. Андрей Киясов также отметил, что благодаря мощной инфраструктуре вуза, сформировавшейся за последние 10 лет, ожидается успешная реализация обоих проектов. Но это, по сути дела, две точки. То есть я сказал, что это связано с генетикой, все. Но две точки – это два, скажем так, кита, которые будоражат все здравоохранение. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на первом месте, а от онкологии на втором месте во всем мире. На реализацию проектов запланировано 3 года. Общая сумма грантов составляет 180 миллионов рублей. Диана Желенкова, Универньюз. Адресная доставка лекарств, автомобилестроение и даже создание тонких, но надежных электрических проводов. Все это отрасли, где использование углеродных нанотрубок открывает новые возможности. Однако до недавнего времени существовала большая проблема – высокая коммерческая стоимость продукта. О том, как ученые из Казанского университета смогли снизить этот показатель – наш сюжет. Прочность, изгиб, легкость, электропроводимость – все это про углеродные нанотрубки, которые по праву можно назвать материалом будущего. Всего 0,1% нанотрубок, добавленных в другой материал, позволит существенно изменить свойства последнего. Впервые эта новая аллотропная форма углеродных соединений была открыта в 1991 году. Глобально принято делить все нанотрубки на одностенные и многостенные. По своей структуре одностенные напоминают лист бумаги, свернутый в трубочку, а многостенные похожи на несколько таких листов, вложенных друг в друга. При этом между собой стенки химически не связаны. Наибольший интерес для исследования представляют собой одностенные углеродные трубки. Область нашей работы касается одностенных. И вот теперь внутри одностенных нанотрубок тоже великое множество. И вот поскольку у них атомы соединены немножечко под разным порядком, они на самом деле обладают совершенно разными физическими свойствами. В частности, они обладают разной электрической проводимостью и обладают разными оптическими свойствами. То есть они могут поглощать видимый свет при разной длине волны и обладают различной фотолюминесценцией. То есть, соответственно, они могут испускать свет тоже разной длины волны. Именно электрические свойства одностенных углеродных нанотрубок позволяют дальше делить их на металлические и полупроводниковые. Металлический тип проводимости, почему он так называется, это, в принципе, точно такой же, как вот в металлических проводах. По металлическим проводам электроны текут совершенно свободно, не встречая никакого сопротивления. А полупроводники, на которых вот все транзисторы основаны, они обладают так называемой запрещенной зоной. Так вот эти вот нанотрубки углеродные, которые полупроводниковые, они все обладают определенной вот этой запрещенной зоной. Она у всех у них разная. Соответственно, они все обладают разной проводимостью, но и мы их все равно можем отнести все к одному типу. Это полупроводниковый тип проводимости. Соответственно, оба этих типа могут быть использованы в современных технологических решениях. Правда, в абсолютно разных областях. Если металлический тип в ближайшем будущем может заменить собой алюминий и медь в обычных проводах, то полупроводниковый поможет в медицине. Например, способность к фотолюминесценции позволит применить их для тераностики, ранней диагностики заболеваний и адресной доставки лекарств. Так почему же такой универсальный материал, как углеродные нанотрубки, пока не сыскал достаточной популярности? Ведь его по праву можно назвать философским камнем 21 века. Все дело в банальной экономике. До недавнего времени стоимость производства углеродных нанотрубок была слишком высокой. Однако ученые из Новосибирска смогли решить эту проблему и поставить производство на поток. Но даже с большим объемом производства не уходит следующая проблема. В процессе производства вместе получаются как полупроводниковые, так и металлические нанотрубки, которые необходимо сепарировать. Долгое время для разделения нанотрубок применялся гель полисахаридов, который до этого успешно применялся для разделения белков. Однако, ввиду высокой стоимости, этот метод тоже нельзя было назвать слишком успешным для промышленного производства. Ученые Казанского университета смогли разработать новый сорбирующий материал, который позволит уже в ближайшем будущем заменить дорогостоящий гель и существенно снизить коммерческую стоимость разделенных углеродных нанотрубок. Вот мы разработали совершенно новый материал, который можно использовать в колоночной хроматографии, и стоимость нашего вот этого материала, но она будет как минимум в 10 раз, а может быть и в 50 раз более низкой, чем стоимость вот этого коммерческого полисахарида.
Получится ли новому веществу выйти за пределы лаборатории и активно применяться для разделения нанотрубок, покажет время. Александр Фирсов, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!